приветствую. Сегодня в виде музыкального материала у нас группа Wishbone Ash. Я и знать не знал о существовании таковой. А оказывается, очень такие здравые ребята. Причем долгоиграющее у них творчество. До сих пор еще есть, так скажем, по-моему, один из коллектива остался. Вот. А так они там с 70-х годов. Вот, это меня угостили, дали послушать подборочку их композиции, и очень нравится. Вот такая хорошая, энергичная музыка. Вот, и еще и хорошо, что их не блокируют. Так, у нас сегодня в нашей передаче мы немножечко познакомимся так вот визуально, предварительно, с акустикой Diatone DS5000. Викторы FX9, это еще одна пара, они нам аккомпанируют, и в данном случае я просто покажу их косметику. Ну, технически понятно, что все в порядке, без каких-либо там недостатков и нюансов. Вот, просто я это видео привяжу к их объявлению. Значит, что по этим колонкам? На состояние корпусов можно сказать, что она отлично, каких-то значимых таких следов времени не выявлено. Нет, ну, безусловно, есть какие-то следы, то есть я не говорю, что они новые, но тем не менее подобное состояние я считаю, что можно оценивать как отличное. То есть из сбитых углов вот здесь вот единственная вот такая штучка подтампоненная, все, больше ничего, то есть остальное все ровненько. Ну и вы можете видеть, что есть некоторое выцветание, вот как сетка стояла по краям. Но оно как-то так естественно с таким градиентом, что, в общем-то, на мой взгляд, оно абсолютно не портит внешний вид. То есть оно как-то так раз, аккуратненько, с темного в светлое и потом обратно в темное. То есть не резкой полосой, поэтому... Ну, тут уже, конечно, не мне решать. На головках, на корзинах была коррозия. Вот, поэтому мы их почистили. Окрасили, внутри здесь все почистили, так что да, и у этой пары подвесы ровненькие. Вот. Здесь единственное, что я при осмотре увидел, есть пару царапин, но вот видите, их даже и не видно, но под определенным углом могу показать. Сам пока не стал протирать динамики, готовить к видео, я их и не видел, собственно. Ну, они на уровне волосюшки. Вот здесь вот какая-то вот, да? Это и есть волосюшка. Ну вот, в общем, царапинка. Вот. Но она никоим образом вид не портит, то есть ее потому что тупо просто не видно. И все. Так, ну, в принципе, про колонки я, наверное, все сказал. Сетки здесь, в общем и целом, в порядке. На одной есть дырочка небольшая, вот она. Но ее тоже как-то так вот заприметить довольно-таки сложно. Так, рамки целые, все отлично. Вот, ну давайте пока посмотрим, что такое Diatone 5000. Пока разобраны, есть возможность ознакомиться, как внутри сделаны, посмотреть с обратной стороны динамики. Вот, я пока информации никакой не изучал. Ну а что тут изучать? Это такая сверхтоповая акустическая система компании. Эта акустика появилась в начале 80-х, может быть, 81-й, может быть, 80-й, там не суть важно, год плюс-минус. К концу 80-х была моделька DS9000, собственно, используешься все те же самые формат динамических головок тот же самый, объем корпуса, то есть, но, скажем так, дизайн у нее уже следующего поколения, то есть здесь такое оно оквадраченное, там скругленные углы. Ну, та акустика категорически редка и стоит кратно дороже, хотя думаю, что она уж точно не лучше кратно по звуку, хотя наверняка в чем-то может быть что-то там улучшено. Вот, здесь что? Здесь, значит, у нас акустика в 4 полосы, то есть у нас тут громадный на 40 сантиметров басовик,
как здесь внутри. Вот у нас, значит, для Мидбаса отдельная комнатка, кабинет с усилениями, с войлоком, с шерстью, со всеми делами. Вот почему-то для Мидбаса фанера проклеена вот таким вот образом по кругу, а вот для басовика не проклеена. Не знаю, с чем связано. Труба фазоинверторная, фазоинвертора алюминиевая. Здесь у нас виброизоляция наклеена, вероятно, чтобы гасить ненужные призвуки. Здесь тоже распорки жесткости. Вот. Кроссовер я вам показать не смогу, ну просто потому, что его не видно. То есть он там зашит. Расковыривать, конечно, я не буду. Наверное, кстати, здесь у них задняя панель откручивается. Да, и в теории, конечно, можно раскрутить. Но делать я это тоже не буду. Акустика полностью рабочая. Тем более она еще и заказная, так что тут уж извините. Значит, клеммы здесь разделены на низкочастотное и высокочастотное звено. Соединены они вот такой вот вилкой. Довольно серьезно все это дело, вероятно, позолочено. Потому что за 40 лет, как видите, никаких тут не произошло временных изменений. Вот. Удивительно, конечно, что акустике больше 40 лет, за исключением каких-то небольших недочетов, она в шикарном состоянии. Ну, она стоила очень и очень приличных денег, поэтому, вероятно, к ней относились должным образом. То есть в хороших руках была. То есть даже, видите, анодирование на корзинах. Опять же, возможно, это связано и с тем, что здесь это анодирование делалось каким-то иным образом. Хотя, нет, встречал я модели, когда вот это вот все в коррозии. Но здесь все шикарно. И помните, вот когда про 10-тысячные рассказывал, то есть видно, конечно, через сетку плоховато, но, в общем, здесь вот этот купол высокочастотника, он не круглый. То есть у него идет основа круглая, потом такая как бы нашлепка и потом еще одна нашлепка. То есть у него такая конфигурация, как, ну, можно сказать, что как у женской груди. То есть есть вот окантовочка и сам сосок. Вот. И тоже обратите внимание, да, то есть 40 лет. Зачастую бывает, что у кополов есть там выцветание, еще что-то. Здесь все идеально. Опять же, может быть связано с тем, что здесь все-таки применялись какие-то более высокого качества материалы или разработки. Кабель, ну не сказать, чтобы толстый. Вот Диатон V3000, например, я разбирал. Там, конечно, кабеля уже посерьезнее были. Но, тем не менее, клеммы, видите, позолоченные. Вот. То есть, повторюсь, состояние, конечно, шикарное в акустике. Здесь есть у нас аттенюаторы, позволяющие отрегулировать высокие и средние, но они позиционные, то есть не плавные регулировки. Вот, ну давайте пройдем, посмотрим на динамики. Динамики у нас тут размокают пока, ну еще пока не отходят. Я думаю, что еще завтра придется с ними поработать. Это значит у нас мидбасовый динамик. Переворачивать не буду, во избежание, чтобы жижа это никуда не полетела, куда не надо. Сотовая вот эта арамидная структура. Вот. А вот тарелки низкочастотные. Реальный 40-ач. Просто огромные. Вот. Магнитная система сделана из двух магнитов. Вот. Здесь у нас отверстие для вентиляции. Видите, с войлочной такой труба это отделана войлоком, ну, видимо, для избежания каких-либо призвуков. Шайба центрирующая выглядит обычно, ничего в ней такого сверхъестественного. Вот. Ну, размер катушки довольно большой, вот он, наверное, соответствует вот этой вот штуковине, а может быть даже и побольше. Нет, это, наверное, как раз соответствует центральному сердечнику, а катушка вот еще побольше. Вот, ну, впрочем,
Впрочем, мы, конечно, их послушаем, но чуть-чуть попозже. Как размочатся, так соберем, послушаем. Пока проверили, что работают, но пока это знакомство условное, потому что все-таки это с дубовыми подвесами, это, конечно, совсем не тот звук. Вот. Ну, а что? А мы еще послушаем одну композицию и будем завершать это видео. Вот. Так, пульт. Ладно, можно и без пульта.